Веками Европа завлекала американских туристов своей культурой, кулинарными изысками и своими мимами. Давайте свалим отсюда, этот парень меня реально напрягает. Сейчас настал час расплаты. Два дебила, два близнеца, 8 стран. За Европу! Знаете, есть еще вообще-то много свободных мест. Си! Какого черта вы делаете? О, мискузи! А, нет! Ой-ё. Что? Большой туннель. Уберите его. Мискузи! Клуб Вандерсекс, где все твои фантазии станут реальностью. О, да, девочки! Айтва! Вандерсекс! Но тёлочки-то вернутся? Абсент запрещен в США, потому что может вынести тебе мозг. Они называют его зеленая фея. Джейми там сосется с какой-то тёлочкой. Твою ж медь! И вот вам забавный факт. Ты задолбил свою сестру в дёсны, чувак! Как-то это не по-христиански. О, смотрите, здесь есть нудистский пляж. Первую европейскую секс-одиссею объявляю открытой. Сиськи! Нет повести печальней на свете, чем повести вот этих и вот этих. Купер, шляпа, шляпа, шляпа горит. Ледяной горою, айсберг из тумана. Эй, какого Гарри Поттера? Мы за Хайо. Стоп! Эй, толстый! Волшебная стряпня. Неговоренная морковка! Я здесь. Давай сделаем трахин защищенный. Евротур. Мибелла. 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 О, мискузи! Только тихо, Шевченко. Девушки, ну что вы, давайте все обсудим! Давай как мы его спустим вниз? Просто сбросим. Обалдел? Да я делал так 100 раз. Без звезды? Офигеть. Ты уегошил Джеффа Ченга? 100 лет не видел Джеффа Ченга. Как думаешь, его обрадует наш приезд? Ну еще бы. А мы с тобой просто обязаны напоить его в га... Джефф Ченг! Я сегодня останусь дома. Тебе уже 21 год. И твой папаша тебе больше не украст. Он здесь. Да, голос его. У тебя собеседование завтра ровно в 8 утра. Будь свеж, трезв, опрятен и не опозорь меня. Джефф Ченг, это же не просто днюха. Это 21 день рождения. Тот самый день, когда становишься мужиком. Тот самый день, когда любого вышибалу можешь послать лесом. 21. Очко! А где мы, кстати? Джефф Ченг, где ты живешь? Не пойдет, надо растрясти. Очнись! Где мой сын? Дома? Спит уже? Свободу попугаям! Здорово, ребят. Люблю девок из общаги. Тебе срочно нужно перепихнуться. А я, по-твоему, чем занимаюсь? Так ты ко мне шары подкатываешь? Братья-славяне бьют, сука, как кони. Дорвались до халявы. А зачем Джеффу Ченгу пушка? Можно стрельнуть. Может, не надо. Давай белочку. Боже мой! Отец Джефф убьет его, если он не появится на собеседовании. Ты его знаешь? А мы, азиаты, должны знать друг друга в лицо, что ли, расистовый хер? Хотя, этого я знаю. Какого хуя? 21 и больше. Что, сынок, пляшем? Ты поглянь на него. И правда пляшет? Да вижу, я вижу. Я к тому, что он делает то, что ты и сказал. Скоро в кинотеатре. Здорово, жердей! А ты-то чё тут? Я тебя со школы не видел! Эй, где сиськи? Где сиськи? Не надо! Теперь мы крутые копы, реально. Стопудово. Я думал, мы будем на понтовых тачках гонять, взрывать всё вокруг. Здорово, шеф!
У нас первый арест. Я его взял! Бах-бах-бах! Вы забыли зачитать ему права. Вы хотя бы знаете, как они звучат? Право хранить молчание, поиметь адвоката. В каком смысле поиметь адвоката? Вы можете поиметь адвоката, если только он не против. Мы реанимируем секретную операцию из 80-х. Пляшите, идиот, и вас переводят. Куда выдвигаемся? Засекреченная база в старой церкви на Джамп-стрит. Вы здесь, говноеды, потому что вы похожи на Джастина Бибера, Майли Сайрус и прочую шелупонь. Вы проникнете в школу под видом второгодников. Это точно школа? Кто эти люди вообще? Откуда такая мускулатура, юноша? У тебя половое созревание в 7 лет закончилось? Правило номер раз. Никакого секса с одноклассниками и учителями. Я проверю твой торс. Ой, то есть твой тест. То есть поставлю оценку. Правило номер два. Малолеток не спаивать. О чем речь? Мы же профессионалы. Какие-то вы стрёмные, пацаны. Попсу дерьмовую любите. Да и на морду вам лет по 40. Ты пойдешь со мной на выпускной? Мусор! Мам, не называй меня так! Ну сколько можно? Я сказала, мусор вынеси. Весь дом провонял уже. Мачо и Ботан. А чё ты через машину скачешь? Это фишка такая, сам попробуй. Ты живой? Хотелось бы начать с того, что у каждой истории есть как минимум две версии. И вот моя версия. Хорошая. Я привыкла к полному игнору со стороны противоположного пола. Олив, тебя ведь так зовут, да? Да, мы уже 9 лет как знакомы, с детского сада. Ты хочешь со мной встречаться? Брэндон, ты же сказал, что ты гей. А ты сказала, что мне стоит притвориться натуралом. Ну не со мной же, идиот. Меня достают каждый день. Всего-навсего один маленький воображаемый сексик. Вот тут-то неприятности и начались. Она встречается с Брэндоном? Да! Ольга, не останавливайся! Ну давай, я еще! Ты хочешь кончить? Чего? Да! Мне казалось, у мнимой потери девственности будет особый антураж. Брэндон мне все рассказал. Может, ты для меня это сделаешь? Помогать убогим у меня вроде вошло в привычку. Фил Лорд дал мне $100 за то, что он сможет говорить, что мы трахались в библиотеке. $200 от Брайана Дьюка за групповуху с его братом Венсом. 20% скидки в салоне красоты? Так вот как ты меня оцениваешь. По-моему, ты меня за дуру держишь. Зарабатываешь себе репутацию? Я не собиралась врать, чтобы оказаться в центре внимания, но, признаюсь, мне это нравится. Вид у тебя как у стриптизерши. Мам! Стриптизерша высшего класса для министров, олимпийцев. Мы должны вышвырнуть ее из школы. Да пошли ты всех! Я точно знаю, ты не такая. Если я пообещаю никому не говорить, позволишь поцеловать тебя? Будешь убирать кровать, поменяй белье для твоего же блага. А, обидно! У меня было что-то подобное в твоем возрасте. Дурная слава. Почему? Потому что я спала со всем, что движется. В основном с парнями. Мам! Посмотри в камеру, детка, улыбнись. Выйдет чудесный календарь. Улыбочку, Хайзенберг. Из чего ты сделала голубой лед? Она его ест. Это энергетик. Отлично. Ребята, хватит сидеть в заперти, мы не виделись 100 лет. Мне правда надо выбраться из дома. Можно веселиться и здесь. Классная штука, давай повесим над нашей кроватью. Смотри, новые соседи. Ого, это... Интересно, кто это? Это студенты? Нужно пойти к ним и показать, какие мы крутые. А мы скажем, да, кстати, вы уж потише. Давай я, чуваки. Вы уж потише. А зачем так дергаться? Вы уж потише. Только не переигрывай. Добро пожаловать. Знаете, да, привет, чуваки, вы не могли бы... Потише тут. Ну, как-то так. Все путем. Будет шумно, звоните не в полицию, а мне. По рукам. Ладно. Я скажу своим. Да. Мы готовы зажигать! Вызывай копов. Это как-то подло. Анонимно. Отличная идея. Они сделают всю работу за нас. О, нет! Он настал! Вы звонили насчет соседей? Нет. У нас определитель. Мы же копы. У всех есть определитель. Вы не поняли, с кем связались, старпёры. Они залезли в машину и украли подушку безопасности. Странно. Зачем им нужна подушка безопасности? Я не знаю, надо заявить в полицию. Ёбаные студенты!
тусовка в стиле Де Ниро. Будет громко. Ты покинул круг доверия, факер. Идите я уже! Победили кота облома. Это наш дом! Мои шары сложно удержать. Они огромные. Я мама медведя! Выпустим когти! Хватит, они достали меня! Черт, мы все пропустили! Соседи, на тропе войны! Что у тебя во рту, милый? Это шарик? Мать твою, это не шарик! Все в порядке, можете идти. Презерватив заберете? Вдруг еще понадобится. Знаешь, в чем твоя проблема, Кер? В чем? Ты мудель. Мудель? Да, мужчина пудель. Бабам хочется тебя выгуливать, кормить, тискать, но ни одна баба не хочет трахаться с муделем. Не, с муделем ни за что. Ну-ка, глянь. Ух. Спасибо, Керк. Я где-то айфон потеряла. Сейчас наберу. Алло? Здравствуйте. Слава богу, вы нашли мой телефон. Подождите, пожалуйста. Девушка, нельзя по телефону говорить. Самолетам это не нравится. А вы что, врач-самолетолог? Нет? Так заткнитесь. Он встретил ее случайно. С меня причитается. Хоккей любишь? Да, конечно. Черт, не понимаю, почему она позвала на свидание меня? Ты что, нервничаешь? Да. Это Молли 11 баллов из 10, а наш красавец, дай бог, если 5. Помочь удержать ее сможет только чудо. Яблочко. Я с девушкой пришел, так что не будьте засранцами. Ты шлюха? Дилан. В смысле, проститутка? Нет. Тогда ныряй к нам, детка. К сожалению, я забыла купальник. Можно в нижнем белье? Можно было бы. Если бы я его надела. Мы обе знаем, что обычно я с такими, как он, не встречаюсь. А с Керком, потому что это тихая гавань. Потому что он хороший парень. Кен, это Керк. Мы с Молли встречались. Видит Бог, я верну ее. Честно говоря, даже я бы ему дал. Как девушка на 10 баллов? Ну и что, что Молли немного красивее меня? Немного? Ты что, издеваешься? Видишь эту тёлку? Она супер секси. Спасибо, милый. А по сравнению с твоей, жирная свинья. Что? Может запасть на обычного парня. Знаешь, что ты сейчас со мной делаешь? Нет. Милая, ты дома? Папа? Папа? Чёрт. Это Керк. Очень приятно. Простите? Нет. Слишком крута для тебя. Смена через полчаса сдавать, но я так возбудился, что кончил раньше. Он говорит, что возбудился и кончил раньше. С тобой такого не бывало? Вообще отключился походу. В кинотеатрах с 1 апреля. В 2011 году компания Warner Bros. Приглашала зрителей на несколько пробных показов фильма «Проект X». Вот их отзывы. Лучшее кино про вечеринки всех времен и народов. Томас! Томас! Вот это реально мощняк. Крутейший пошлый ржач. А ну, штрафную имениннику. Эй, ты что там делаешь? Отвечай на смс-ку. Хочу тебя в жопу, мамочка. Да кто так выражается? Я, и ведь работает. Адски смешно. В духовке карлик. Ты прикинь, у нас яйца на уровне его глаз. Страшный сон предков. Не вздумай, чувак, ты слишком жирный. Заткнись. Суперперцы на спидах. Я Томас Коп, у меня сегодня днюха. Ты тоже приходи. Понятно. На Дикен-стрит. Вы устраиваете вечеринку? Ну? Черт, я приду, забились. Отожжем. Увидимся на месте. Че? Че не так, бабуль? Продюсер Тодд Филлипс. Режиссер фильмов «Старая гвардия» и «Мальчишник в Вегасе». Зацените тусовку. Тут больше сотни человек. Конечно, все с друзьями приперлись. Которая превратила лузеров. Народ не сидит на батиной машине. Он из-за нее реально психует. В живых легенд. У нас еще один звонок. Наверняка соседи преувеличивают. Закругляйтесь. Да вы че, мы культурно отдыхаем. Закругляйтесь или окопов натравлю.
Я, блядь, сам на тебя копов натравлю. Хуй там, гений, вы сами все сняли. Мы сняли, как ты малолетки в табло зарядил. Проект X. Че ищешь? Гондоны, кажется, мне кое-что обломится. Диабет тебе обломится, жиробас. У нас будет целый день на уборку. А запись вдруг предки увидят. Да никто, кроме нас, ее никогда не увидит. Все слышали о вечеринке в Пасадене? Все видели пленку? Кэрри Хатчинс. Смотри, она бюст уменьшила. Что? Это же плевок в лицо Господа. Зато теперь бегать сможет. Вот Сет. А на взрослую одежду отцу не хватило бабок. Эван. И Фогель. Как делишки, мафия? Трое друзей, которым скоро придется расстаться. Сегодня последняя пьянка перед выпуском. Тёлки иногда скулят. А зачем я с этим подонком переспала? Хочу быть этим подонком! От Columbia Pictures. Тебе Джулс неравнодушна. Сет, ко мне на тусовку хочешь? А что, уже не зовешь? Достанешь выпивку? Да, конечно. О, ну супер! Ты неси, а мы потом сочтемся. Мы ведь бухлище принесем, значит, все девчонки наши. От режиссера фильма «40-летний девственник». Зацени паленый документ. А имя-то где? Здесь просто МакТрахер. Да, я МакТрахер. Черт, замели Фогеля. Есть документы? МакТрахер? Клевое имя. Да, прикольно. Что? Что? Молодца. 27 сентября. Ну что теперь? Так, давай думать. Какое думать? Надо действовать! О, Сет! Не понял! Молись, урод! Черт, полиция! Бежим! Как сильно! Стой! Паразит. Спортсмен, наверное. Тебе хочется. Что? Суперперцы. Ты такая классная, а я взял и все испортил. Не испортил, даже знаешь. Поговорим о ярлыках. Они не меняются. Качок, зубрила, неформал, стерва. Прости. Но я не подозревала, что на меня навесили новый ярлык. Где подружки? Я не обязана тебе рассказывать про своих лучших подруг. Обязана? Ты их жопа? Прости, кто я? Жупа. Жупа. Жирная уродливая подружка. Как ты меня назвал? В каждой тусовке такая есть. Страшила, рядом с которой остальные красавицы. Милое трепло, с которым никто не захочет спать. Ты одна из них. Поздравляю. CBS Films представляет. Вы почему мне не сказали, что я ваша жопа? Кто-кто? Да как ты смеешь? Я тут ни при чем. Еще как при чем. Не хочу я быть жопой. Я хочу быть привлекательной. Я помогу тебе с физикой, если поможешь мне с этим. Тебе это легко, а мне из жопы человека делать. Ты что, в пижаме? Смотрите весной. Прошвырнуться по магазинам я могу с Джесси и Кейси. От тебя я жду правды. Ты прячешь сиськи, а самка мрак. Прекрати одеваться, как диснеевский Ральф. Бум, правда. На таких, как ты, никто не смотрит. Ты крута настолько, насколько считаешь себя такой. Сами вы жупы. Ой, я... У меня свидание. Чё? Прекрати. Правда? Нет? Хватит. Простушка. Вопросы? Это важно? Что? Чего надо? Хватит уже. Вышло. One, two, three, get loose now. Пап, мам, что случилось? Из года в год вы приходите на семейные торжества и все портите. На свадьбе сестры вы должны быть с девушками. А то, когда вы один на один, вы слетаете с катушек. Да нифига мы не слетаем! С каких еще катушек? Мы не подведем Джинни. Надо найти нормальных девчонок. Но вот где? Что? Мы сделаем нечто потрясное. Это Майк и Дэйв Стенглы. Им нужны спутницы на свадьбе сестры на Гавайях. Отличный шанс поехать на Гавайи на халяву. Мы ищем хороших девушек.
Воспитание хрен найдешь. Они уходят. Так и задумано. Все в порядке? Теперь да. Я спас ей жизнь! Она жива! Она жива. Я спас ей жизнь! Я... Бабушка, это Элис, она жутко умная. Это Татьяна, она учительница. Детям надо все по 100 раз повторять. Они невероятно тупые. Сыграем в боча? Ну что, поддадимся? Ни в коем случае, но сразу их рвать не будем. Дадим им проиграть с достоинством. Мы победили! Таня, тут есть охотница за членами. Вы что, там порно смотрите, что ли? Нет. И еще крестный сосед. Но мы вряд ли врубимся, раз не смотрели крестного отца. Кто они такие? Они же не должны нас позорить. Блин, да она Супермен! Теперь ты, Майк! Да куда тебе? Они могут, значит и я могу. Ложись! Не ужасно? Просто Барби после пожара. Под стать черному Кену.